На Красной убирают диодные фонари. С такими заголовками можно было встретить посты и записи в соцсетях еще вчера вечером. Действительно ли мы лишимся одной из городских достопримечательностей или же это миф? Разобраться в деталях отправился наш корреспондент Александр Крошный. Главная достопримечательность города, как вы думаете, что это? Верно, это наша улица Красная. Она является одним из популярнейших мест не только для краснодарцев, но и гостей кубанской столицы, а особенно вечером. Все мы любим гулять по главной городской улице, когда она освещена в интересных цветах. Но совершенно недавно появилась новость о том, что диодные шары снимут. И люди, как всегда, не разобравшись в сути дела, подняли панику, но спешим вас успокоить. Шары останутся на своих местах. После небольшого ремонта они продолжат дарить нашему городу интересный окрас. Годы идут, и, естественно, требуется должный уход. Некоторые лампочки уже перегорели, а где-то нужно заменить предохранители. Процедура стандартная, но нужная. Всего на самой популярной улице расположено 364 шара, и более 140 из них нуждаются в небольшой реконструкции. Поэтому перед весенне-летним сезоном в пик прогулок по Красной и было принято решение об обновлении. И мы решили узнать у краснодарцев, стоит ли отремонтировать старое украшение улицы, или же лучше задуматься о новом цветном проекте. Новое всегда лучше старого. Можно потратить деньги на хорошее дело. Можно что-то новое повесить. Лучше отремонтировать старое или повесить что-то новое? Я ни того, ни другого не вижу. Почему? Неинтересно. Не знаю, мне они всегда казались очень уютными, красивыми и нарядными. По-своему даже лицо красное. Хоть мнение горожан и разделилось, но уже в апреле все фонари будут на своих местах и продолжат радовать всех нас своими красками. А ремонтировать старое освещение или установить новое – это, конечно, будут решать специалисты, ведь реконструкция выйдет дешевле. И такая экономия позволит распределить средства из городского бюджета на более необходимые аспекты в жизни кубанской столицы. Александр Крошный, Алексей Товстенко, телекомпания «Краснодар».